Гомельская область 31 год тому приняла на себе основной удар найбуйнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. За великого узровню радиационного забруживания около 60 вёсок пришлось изнести и поховать. У иншие населенные пункты пересели на больше, как 120 тысяч семьев. До этого часу больше, как 17 тысяч гектаров земли у на Гомельщине застаются забрудженными. День 31-й годовины аварии на ЧАЭС областным центром распачался жалобным митингом на территории Гомельского филиала Университета громадянской обороны МНС Беларуси. 14 годов тому тут был узведен мемориал, як даніна паваги вратавальникам, загинувшим пачас ліквідацыі пожару на Чорнобыльской атомной электростанции. Годовину катастрофы дзеючыя і будучыя вратавальники по традиции сустракаюць тут, каб ускласці до мемориала кветки, ушанаваць память загинувших хвилины молчания. Жалобное мероприемство успамін об тих, хто мужна змагаўся с наступствами катастрофы. И одночасово это ориентир на то, как сегодня треба выховывать молодое поколение вартовальников. Каб яны были не просто готовы до любой надзвичайной ситуации, але и смогли продухилить яе. Говорят, что человек умирает, когда о нем забывает. Поэтому мы ежегодно проводим такие митинги, реквиемы. Это полезно в том числе и для тех обучающихся, которые находятся в нашем учебном заведении. Ну и нам не лишнее еще раз вспомнить, еще раз почтить память. После митингу памятные мероприятия протягнулись у храме святого архистратыга Михаила. Эта церква является помником драуляного долицтва и мая больше 100-годовую историю. Ранее она размещалась у вёсцы Вылева Добрского района, якая была отселена после Чернобыльской катастрофы. 15 годов тому зруб церквы был перевезены у Гомель. С нагоды 20-й годовины аварии на ЧАЭС отбылось освящение и открытие обновленного храма. С того часу менавіта тут 26 красавіка збираются гомельчане, каб узгадать у всех потерпелых от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Это день, который принес очень много горя на нашу землю, много скорби. И церковь чтить память тех всех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. И мне хочется пожелать всем тем, кто остался в живых, кто участвовал в тушении этого и пожара и всей этой катастрофы, крепкого здоровья, благополучия. А всем, кто ушел в жизнь вечную, пожелать, чтобы Господь их принял в свои обители Отца Небесного. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».